В регионе продолжается создание доступной среды для инвалидов. Так, открытая в региональном отделении Всероссийского общества глухих бесплатная диспетчерская служба огласила первые в этом году итоги работы. За первый квартал здесь обработали более 200 обращений. Операторы преобразуют текстовую или жестовую информацию в голосовую и обратно, обеспечивая сурдоперевод по видеотелефону или интернет-скайпу. Таким образом, можно не только вызвать экстренные службы, но также заказать такси, купить билет на поезд или самолет. Хотелось бы, конечно, увеличить работу диспетчерской службы в вечернее время. Еще лучше круглосуточно, потому что мало ли что там, экстренная какая-то связь нужна с скорой помощью, пожарной или полицией.